19 февраля в детской школе искусств прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Организовали и подготовили праздничные мероприятия работники культуры. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые гости! От всей прекрасной половины человечества поздравляем всех мужчин с наступающим Днем защитника Отечества. Говорят, февраль – самый суровый месяц года. Может быть, именно поэтому самый большой и самый суровый мужской праздник появился в феврале. 23 февраля принято поздравлять всех военных, тех, кто уже отслужил, и тех, кому предстоит это сделать. Если вы считаете, что 23 февраля – это праздник военнослужащих, то вы глубоко ошибаетесь. Каждый мужчина, будь он морским офицером или программистом, будь он бизнесменом или милиционером, будь он ученым или учителем, защитник. Ведь 23 февраля – это праздник настоящих мужчин. На концерт были приглашены председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, Рашид Хатков, Заур Айтеков, Рауф Хурья. Первым слово предоставили председателю Совета народных депутатов Александру Брянцеву. Души хочу пожелать всем мужчинам, всей сильной половине нашего района, прежде всего, счастья, здоровья, благополучия. Пожелать, чтобы каждый мужчина нашего района смог под ясным, чистым небом построить дом, посадить сад и вырастить сына. И чтобы в жизни нам никогда не нужно браться за оружие. Еще раз с праздником. Со словами поздравлений от лица ветеранов афганской войны к присутствующим обратился Рашид Хатков. Разрешите мне тоже поздравить вас с наступающим праздником от всех афганцев нашего района. Их количество 42 человек. Хотят поздравить вас с наступающим праздником. Пожелать вам добрый жизни. Здоровья и хорошей службы. Замечательный концерт всем присутствующим в зале подарили юные таланты нашего района и заслуженные творческие коллективы. Thank you.
чашкой чая тебя весь вечер ждет. Ты как-то с работы пришел усталый, а за окошком дождь уныло капал. Я в этот вечер тебе сказала: ты мой самый лучший папа, мой самый любимый папа. Пришел усталый, а за окошком дождь уныло капал. Я в этот вечер тебе сказала: ты мой самый лучший папа, мой самый любимый папа. Чтобы чаще был со мною, снова не сплю. Чтобы в этот звездный вечер вновь сказать тебе при встрече, что я тебя люблю. Ты как-то с работы пришел усталый, дождь уныло капал. Я в этот вечер тебе сказала: ты мой самый лучший папа, мой самый любимый. Ты как-то с работы пришел усталый, а за окошком дождь уныло капал. Я в этот вечер тебе сказала: ты мой самый лучший папа, мой самый любимый. Thank you.
тебя, бабки на стенке на снимке. Ты обнимаешь меня, ах, эти тучи голубой. Напоминают море, напоминают старый дом. Где уже счастье за окном, где мы с тобой танцуем вальс. Где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс. Мажоре, если останусь живым на войне, встречу с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи голубом напоминают море, напоминают старый дом. Не кружит чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс. Где мы с тобой танцуем вальс. Где мы с тобой танцуем.